Сегодня мы услышим историю о медведице Криспи. Когда-то давно эта малышка была жива, потому что она слушалась папу и была счастлива. Но была у нее одна очень плохая черта. Ее обуревало любопытство. О, да! Но однажды она увидела что-то новое и умерла. Вот так сразу? Да! Конец всегда один и тот же. Я понял. Я ничего не буду делать по-новому. Молодец, Тунг. От студии DreamWorks Animation. Моим родным всегда помогало выжить главное отцовское правило. Никогда не выходи из пещеры. У нас не было возможности исследовать окружающий мир. И мы не знали, что наш мир скоро изменится. Кип, слезай! Скорей в пещеру! Давай! Вы все должны это увидеть. Круто.